открывай. Пусть думают, что все ушли на работу. Мы же с тобой собаки. Нам нечего бояться. Всех порвем на части. Вы приемные дети. Арина не ваша мама. У вас есть настоящая мама. Почему мы стали не нужны настоящей маме? Почему от нас она отказалась? Мы, наверное, родились с браком. Пошли к зеркалу, посмотрим, что в нас не так. У меня 4 лапки, а у тебя? И у меня 4 лапки, 1 хвостик и сладенький носик. Вроде бы на месте. Тося, у тебя есть брак, смотри, что я нашла. У тебя на лапках черные пятнышки, и они не отмываются. Мама, наверное, подумала, что ты родилась грязнулькой и отказалась от тебя. Тось, посмотри на меня внимательно. Может, я тоже бракованная? Ой, а у тебя-то 9 сисеньки не хватает. Нас бросила мама, потому что мы родились такими страшными. Не плачь, сестренка. Наши подписчики всегда пишут, что мы красавицы. Точно. А давай сами ее найдем. Давай. А как? Если мы с тобой красавицы, значит и наша мама самая красивая. Ура! Я знаю, кто наша настоящая мама. Быстрее бежим к ней. Она, наверное, нас тоже ищет. Какая красивая тетя стоит. Это, наверное, наша мама. Извините, а мы не ваши дочки? Что? Что вы лаете? Я вас не понимаю. Эх, это не наша мама. А, вон, смотри, какие добрые глаза у той девушки. Это точно наша мама. Давай подбежим к ней. Ну давай, только, сестренка, на всякий случай спрячь свои лапки с пятнышками. Хорошо. Добрый день. Сегодня чудесная погода, а я умею танцевать и лапку давать, и много команд выучила. А я умею готовить и убираться. Извините, а вы не наша мама? Какие милые корги! Понятно! Нас что, спутали с корги? Слушай, Тасман, а ведь эти девушки не понимали, что мы им говорили. Они не знают нашего языка. Я поняла, я знаю, кто наша настоящая мама. Бежим к ней! Ура, мы нашли нашу маму! Мама! Ты наша настоящая мама. Ты понимаешь наш язык. И ты такая же волосатенькая, как и мы. Да что случилось, доченьки? Сегодня утром кто-то подсунул нам записку. Там написано, что ты не наша мама. Вы приемные дети. Арина не ваша мама. У вас есть настоящая мама. Кажется, они догадываются. Камил, иди сюда быстрее. Камил, я не хочу тебе точку все рассказывать. Если они узнают правду, они сбегут от нас. Арина, мы не можем от них всю жизнь скрывать. Милые, любименькие, родные, это правда, вы не наши детки. У вас есть другая семья. У вас там мама, папа, много братишек и сестренок. Если хотите, мы вам покажем, где вы раньше жили. Вы можете даже познакомиться со своей семьей. И если захотите, сможете у них остаться. Чепитоськи, вы же нас не будете после этого меньше любить. Вы нас не бросите. Пожалуйста, не смотрите это видео. Нет, Арян, у них есть право на выбор. Пусть сами решают, с кем им жить. Только недолго. Если ехать, то сейчас. Завтра ваша семья уезжает в Америку. Ой, я даже не знаю. Мне и здесь хорошо. А там так много малышей. С ними со всеми надо будет вкусняшками делиться. Что-то мне не хочется. Ты не понимаешь. Там наша мама и папа. Зачем ты им все рассказала? Они теперь не останутся с нами. Чепитосики.